очень люблю. Господи, он огромный, шла, пока я дома шла. И вот это вот все со всех сторон, как объяснили, есть парк. То есть тут, конечно, наверное, надо или весной, или летом ехать, когда все зеленое цветет. Какой-то фонтанчик, стена воды. Посмотрим, что там. А как люди туда переходят? Это есть, наверное, мостик. И все южные растения, типа пальм, запрятаны в пакетике. И еще нам сказали, что... что в вечерний мы не попадаем, когда тут все в огнях, сказали еще в огнях. Но в основном люди просто сидят, кушают, тупят в телефон, отдыхают, короче говоря.